Чтобы не было много чего. Здоровья. Вы сказали, что вы жили в Гуляйполе вместе с Григорием Лютовым. Лютым. Между нашими хатами примерно 300 метров расстояние. Вы не пошли в поэты? Да, вы... как мне учительница сказала, когда я писал сочинение. Ты списываешь? Да, списываю. А если не списывать? Ну, давай попробуем. Когда она проверила сочинение не списанное, я говорю, списывать. Ну, короче, вы талант во всем. У меня все красное было. Я не могу писать. Скажите про Григория Лютова. Два слова, три слова. Григорий Иванович, тебе здоровья, счастья. Гуляй, гуляй поле, гуляй поле, гуляй. Все твой гимн. Вы сидели, вы были в нем в одном классе? Нет, я старше его на 10 лет. Мне надо сказать, Махна вы не видели? Нет. А родственников? Мотря Вербишка, племянница Нестора Ивановича Махна. Это моя бабушка. Обалдеть! Иванович, дайте я поумничаю и уйду. Короче, гуляй пользом, здоровья и удачи.